Clear. Let's go. Hold. Weapons called. Contact one soldier. On my mark. Ready. Three, two, one, mark. Good. The guy in the shed's none the wiser. It's his turn. The hell's he doing? Cole, check your thermal. Okay, let's move. Careful. Any intel on how secure that radar is? Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. I hear something. Stay low. To the right. Looks like they're alone. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. Three. Two. Stop. Fuck, that was close. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Точно что-то видел. They're coming this way. Stay still. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Передаю приказ. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Engine, get down. Let them pass. Ага. Ты вообще в ад служил? Нет. Нас подразделение ненадолго отправили в беде. Да, это была ты. Anderson, follow my lead. Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up. Tango advancing in our direction. Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know.
Let's wait him out. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Shit, stay calm, don't shoot yet. Эй, стой! Заработал! Что? Все равно надо проверить. Садись поудобнее. That was close. Boat's clear. Shoot his brains out before he gets back. Okay, guy on the pier is alone. Weapons free. Good work, come on. Razor 3-1, give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River bank. Our ETA at the rendezvous is on target, over. Copy that, 3-1, steady. Here she goes, Keller. Hoorah! Stay low. Stop. Those two on the ledge won't let us slip by unnoticed. Target the tango on the right. I'll eliminate the other. Follow me. Stay low. Ты еще работаешь со своим скупщиком? С парнем из Сингапура. Ну да, только что. Don't engage. Поможешь с ним связаться? У меня набралось приличных драгоценностей с наших залогов. Okay, let's move. Careful. Но есть парочка камней. Еще часы. Конечно же, я вас слежу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Turn left. Ты хочешь половину только за то, что нас свяжет? Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбыть. I hear something. Хочешь сбыть свои драгоценности? Боже, работай. Ты похож через на зомби. В зеркало смотрелся? Когда ты превратился в такого жадного ублюдка? Это нормально. Мне я двое суток не спал. Ответ, да или нет? А что случилось? Okay, let's move. Careful. Заменял этого ленивого засранца. Я знаю, что ты обязательно уже два дня в лазарете держишь. Только поймешь, что в городе. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Это парень идиот. Enemy forward. Он никогда. Take him out quietly. Не бывал. Roger. Первый же день его укусили. Так, не говори. Мать твою. Насколько все плохо? Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, само пройдет. Да ладно, мы же не в армии, коллег не держим. Да не, думаю, босс попросит своего помощника. И тот ты... What
hell is that? Civilian sports plane, very old design. Looks unstable. Think it's safe to set up? I don't think we have a choice. Damn thing's blocking our view. After you. Oh, shit! Let's finish this quick and pack up. Let's have a look. Weapons cold for now. This ain't gonna be easy. It never is. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we'd get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal them. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Now tag the second one. Sniper in the highest house, he's number one priority. Eyes on left side. One guy's circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Two soldiers idling about the house. See him? I see him. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Get him now. Now tag the second one. Kill confirmed. I think we just worn out our welcome. God damn it, hold on to something. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Leave it alone. We need to stay hidden. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Come on. Two hostiles lined up favorably for a double kill. Be discreet. Что это было?